Дон Кихот, Кармен, Большой театр на льду продолжается? Наверное, да. Но вообще Дон Кихот и Кармен – это очень разные программы. Хотя в некотором плане похожи. Кармен у меня довольно много разных отрывков. Тренеры очень долго это компоновали, потом мы все это отрабатывали. И вот только тогда получился такой великолепный театр на льду. Бытует мнение, что Кармен – это вообще затасканная тема, которую использовали, начиная со знаменитой Катарины Вит. Каждый человек все равно видит этот образ по-разному и на льду воплощает его по-разному. Первое, кстати, что я сделала, сказала Алина Загитова, это посмотрела Катарину Вит. Считаю, что ничего плохого нет в том, что под Кармен до сих пор катаются. Это вечная музыка, вечная тема, и она до сих пор интересует всех. Thank you.